Дорогие друзья, сегодня 5 декабря 2021 года, я вас приветствую из Брюсселя. Итак, уже 5 часов, битва с вандалами закончилась, марш завершился, я стою на площади Шуман, и я решила показать вам Валерия Гергиева, потому что действительно это очень иронично, потому что он с Дебюсси, а в это время у нас происходят такие события. Но музыка помогает в эпоху кризисов, поэтому я думаю, что это хорошая новость, что к нам приезжает Валерий Гергиев, чтобы как-то облагородить то, что здесь происходит. Я иду дальше к вандалам, буду делать сегменты один за другим по мере возможности.